Турпоход – это замечательная возможность для мужчины проявить свои способности. Турпоход? Ты говорил, что мы будем отдыхать в роскошном отеле в лесу. Вы же знаете мою сестру. Только так можно ее выманить из дому. Все это для однодневной прогулки? Скажи спасибо, что мы не захватили с собой солярий. Ты не захватил мой солярий? Брось, Ракель. Порой можно обойтись и без роскоши. Неужели ты думаешь, что я соглашусь ночевать в каком-то захудалом... дворце? Ха, конечно, это не пятизвездочный отель, но... Самая интересная часть турпохода – это вечер у костра. Что у нас сегодня на ужин? Одну минутку. Не желает ли моя девушка отведать свежей рыбы? Ох, Кен, ты просто создан для турпохода. Какие пустяки. А создан ли он для этого? Барби, слаще звука нет для уха. Уха! Нам нужно порыбачить. Срочно. Я написал еще 6 куплетов. Но скоро стемнеет. Стой, а где Ракель? О, ты нашла ванну? Чем ты ее наполнила? Самой дорогой французской косметикой. Выходи, мы идем на рыбалку. Так-то лучше. Муха, цыц! Ракель, это же просто бабочка. Она такая красивая. Эй, я хочу нас сфотографировать. Райан, давай. Кен, ты не мог бы немного отойти назад? Еще немножко. Вот это снимок! Разве они не прекрасны, Ракель? Ой, ядовитый плющ! Ракель, это же ромашки! Ой, ядовитые ромашки! Можно выселить девушку из Малибу, но нельзя Малибу выселить из девушки. В следующий раз я эту девушку там и оставлю. Что это? Страшный летающий дикобраз! Это просто еловая шишка. Страшная еловая шишка. Я сыта по горло. Кен, отнеси меня обратно в лагерь. Вот это, Ракель, ядовитый плющ. Если будете меня искать, я принимаю ванну. Медведь! Дикий медведь в лагере! Блиса, так вот кто у нас тут хозяйничает. Ракель, тебе надо немного успокоиться и постараться слиться с природой. Ни за что! Я сегодня и так достаточно страдала. Единственное, что меня успокоит, это горячая ванна. Ай, какие пустяки. Подвинься. Ты не поверишь, что мне пришлось сегодня пережить.